Ну вот, ребята, первая собачка у меня в трофеях. Шакальчик. Красавчик просто. Просто красавчик. Первый раз я его вот так вживую вижу. И могу потрогать. И более того, сниму с него шкуру. Подманил его на крик зайца маночком. И он подбежал. Стрелял с мелкашки где-то в область лопатки. Входного, выходного я не вижу. Но, скорее всего, по легким кровь из пасти идет. Отбежал он, слава богу, не сильно далеко, метров 40, наверное. Хорошее попадание. И хорошо, что далеко не убежал, чтоб я его и не нашел. А так вот он. Ура! Ура! Трофей. Мальчик. Самец. Прибежал бодренько. Хорошо знаком зайчатиной. Хотел полакомиться, но схлопотал. От зайца пулю. Сам, наверное, был удивлен. Такой ответки он еще не получал. Шикарный, шикарный трофей. Первый шакал в моей жизни. Просто я в восторге. О, какой окрас. Дикий. Расстояние метров 40, я думаю, или 50 было. Патрон сверхзвуковой, пуля крещенная, шлепок был такой конкретный. Видимо, пулька, может быть, даже внутри и осталась, раскрылась. Зверь плотный. Ну, хорошо, хорошо, я рад. Я рад. Вот она, знаменитая лапка. Передние подушечки срощенные. Показывает нам вот так. Привет, ребята. Так что привет всем подписчикам. Поздравляйте меня с новым для меня трофеем. Я доволен. Забираю его с собой. Шкурку буду снимать завтра. Завтра мы его еще посмотрим. Может быть, запишу видос. Посмотрим на него еще в теле. Завтра уже буду снимать шкуру. Класс. Просто фантастика. Ой-ой-ой, какой мех хороший. Очень нравится мне. Да, этого товарища я себе оставлю. Ну, не сказать, что он прямо такой сильно упитанный. Какой-то он, косточки чувствуются. Не очень упитан. Странно. Ну да ладно. Это уже детали. Все, ребята, пока. Вот она, лиса. Фу, она уже мертвая, ратик. Не трепай, фу, гадость, фу. Да? Вонючая. Все, готово. Ну вот, мы нашли лису, которую первый стрелял этой ночью. Она пробежала метров 150, наверное. И только днем ее удалось найти. Ночью, конечно, можно потерять трофей запросто. Она вышла на манок, целился в грудь. Ну, как видите, при малейшей неточности, по
попадания, не в очень убойную зону. С мелкашки дает возможность зверю пробежать некоторое расстояние. Хотя пуля сверхзвуковая, надрезанная крестом, но все равно такое бывает нередко. Нужно целиться как можно точнее, подпускать зверя поближе, либо стрелять в голову, как это произошло со второй лисой. Всего за эту ночь добыто 3 хищника, 2 лисы и 1 шакал. Лиса и шакал прибежали на манок, крик зайца. Вторую лису добыл на лёжке, можно сказать. Я увидел, что она отдыхала, и подошел к ней, попал в голову. Вот такие результаты. Это самец лисовин, а вторая лиса была самка. Вот так мы работаем.